Долгие часы подготовки позади, настало время показать себя на сцене во всей красе. Конкурс красоты и таланта «Принцесса Подмосковья 2023» проходит в городском округе Химки уже не в первый раз, и внимание к нему только увеличивается. Сегодня на нашей сцене встретятся 6 замечательных финалисток в возрасте от 6 до 12 лет. Им предстоит продемонстрировать визитку, творческий номер и покорить членов жюри в вечерних платьях. Участницы конкурса приятно удивили своими выступлениями. Юные леди читали стихотворения, показывали танцевальные и вокальные номера. Оценивали выступления конкурсанток участницы Всероссийского фестиваля туризма и красоты «Жемчужина России 2023» Екатерина Рогалис, Анна Бубякина и Ксения Прусова. Я особенно трепетно отношусь к этому мероприятию, потому что на нем каждая девочка может почувствовать себя принцессой, оказаться в настоящей сказке, развить навык нахождения на сцене, а также уверенность в себе. С успешным выступлением участниц поздравил почетный гость мероприятия – муниципальный депутат Александр Васильев. Приятно увидеть детей, которые талантливы, которые показывают нам свои театральные постановки, творческие номера и замечательно участвуют в конкурсе, но еще приятно, конечно, видеть родителей, которые целеустремленно, и, конечно, большое спасибо организаторам, которые провели сегодняшнее мероприятие. По итогам фестиваля «Принцесса Подмосковья» проигравших не было. Все девочки получили диадемы, ленты, дипломы и памятные подарки.